Всем приветик! Сегодня... Ой, какое же сегодня число? 23 или 24? 24, наверное. Сегодня число. Сегодня пришли цветочки. Мы заказывали, это уже остатки. Весь день сегодня я их раздаю. И вот хотела показать то, что еще пока не забрали. Какие пришли миниатюрные колонхоя. Вот такой вот красивый лососевый цвет. Вот. И вот такой красивый розовый, нежный. И вот такой вот беленький. Эти три колонхоя девочки заберут завтра, наверное. Они у нас не местные. Вот. Также хочу показать картончик. Вот. Вот такая вот прелесть. Вот такие маленькие горшочки. Я извиняюсь, что здесь земелька на столе. Но без этого никак. Она и на полу, и на столе. Вот такой вот красивый картон. Название и сорт я, к сожалению, не знаю. Горшочки, как видите, не подписаны. Маленький, но все же красивый. Прям вообще прелесть. Вот такой картончик. Это пеперомия. Такая вот. Все маленькое. Вот это лавровое дерево. Надеюсь, сегодня за ним придут. Сухое. Я его тут полила маленько. Новая хозяйка пусть пересаживает его. И растит дома лавровое дерево. Вот. Также хочу показать вот такой вот крохотный фикус. Там вот новый листик ползет, вылазит. Вот. И вот такой папоротник. По закупке он назывался нефролепис. Как на самом деле он называется, я не знаю. Может быть, так и называется. Вот такой шикарный, роскошный, кучерявый. Его заберут тоже завтра. Еще хочу показать. Вот у меня здесь стоит антуриум. Таких два штуки. Вот. Он называется антуриум ванила. Он такой желто-зеленый. Там вот еще ползут цветочки. Тоже такая вот миниатюрная версия. Ой, я себе тоже кое-что прикупила. Кое-что, несколько цветов. Я даже не знаю, если посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 5 или 6. Все это покажу потом, попозже. Вот такие вот цветочки мы заказывали. Сегодня забрала, сегодня раздаю. Девчонки приходят. А, и еще я хотела показать орхидейки. Вот. Две штуки вот таких красоток. Пришло. Тоже девчонки заберут, прибегут. Вот такая вот красота.